С вами в детстве хотя бы раз не был в кукольном театре. Такого человека, пожалуй, не найдется. Но проходит детство, а вместе с ним уходит в прошлый восторг и неповторимое ощущение праздника, которое царит на сцене и вокруг нее. Обаятельные персонажи кукольных спектаклей оживали в умелых руках и жили своей удивительной жизнью. Пели, танцевали, грустили, воевали с нечистью, и обязательно все заканчивалось хорошо. В общем, все как в сказке. Пензенский театр «Кукольный дом» знаком, пожалуй, всей пензенской детворе. Небольшой зрительный зал никогда не бывает пуст, а спектакли с удовольствием посещают не только дети, но и их родители. Это, наверное, говорит о том, что на сцене происходит нечто большее, чем обычный кукольный спектакль. Что? Посмотрите сами. И папочка. И мамочка. Под деревом сидят. И папочка. И мамочка. Детям говорят, Африка ужасна, да-да-да. Африка опасна, да-да-да. Не ходите в Африку. Дети, никогда. И папочка. И мамочка. Уснули вечерком. Такой театр кукол? Ну, надеюсь, я думаю, что это театр прежде всего профессиональных, талантливых и влюбленных в свое дело людей. Театр кукол – это театр преодоления и неудобств. Как я говорю для актера всегда, что самый неудобный театр – это театр кукол, потому что актер и находится в лежащем, и в сидящем, и в каком-то искривленном состоянии, и когда, сказать, нужно, необходимо вот так держать руку, либо вот так держать кукол. То есть постоянно физическая нагрузка и несвойственное, конечно, человеческому телу положение в пространстве, когда необходимо актеру, является вот той большой преградой и преодолением, каким необходимо, как бы сказать, заниматься и находиться, ну, в нормальной физической форме. В таком случае, каким должен быть актер кукольного театра? Ну, я думаю, что это прежде всего драматический актер, плюс актер, имеющий способность мертвую материю превращать в живую, понимающий предмет, как куклу, в пространстве, ну и любящий ее. Thank you.
начинала как еще со студентом. А, он был выпускник УГИПника и дипломную работу ставил здесь. То есть «Осторожен, козу». И как раз я приехала в Саратов в 84 году, и к нему сразу попала на главную роль. И то есть произошла еще тогда встреча. Я, может, ему не понравится сейчас, я помню, что... То есть у нас совсем другая атмосфера в театральном училище, там мастер такой другой, а тут я приезжаю, тут такой сразу напор, такой сразу... Ну, требует не того, что там, ну, уже такой... Я не знаю, как сказать. Ну, уже другая обстановка, нежели когда ты учишься, там, студийная такая обстановка. Я помню, как я плакала, переживала, и когда он уехал, закончил, я помню, как я, слава Богу, что уехал. С облегчением, да. Я прям что-то вот даже порадовалась, что он уехал. А потом, когда вот он вернулся, вот сюда второй раз, и тут начались работы, я поняла, что его просто ждала. По крайней мере, ощущение такое складывается, что он жесткий. Да, я не скажу, он не добрый, но он справедливый. Это любой человек в нашем театре скажет, любой актер. То есть, да, жесткие, да, порой, ну, тяжело бывает, и срывы, и все, и у актеров срывы, и все. Но мы знаем, что он скажет, просто так никто не получит. Просто это уже... И мы знаем, и уже, и я вот лично всем говорю, и сама я знаю Перекову. И знаю, чего он хочет, и что ему не нравится. И как-то, ну, изучила я уже немножко. Ну да, с ним нелегко. А вы в детстве в куклы играли? Никогда. Тогда почему такой странный выбор профессии? Ничего странного в этом как бы нет, потому что по окончании 8 класса я уже был бесконечно болен театром, потому что как бы с третьего класса занимался в Народном театре. И для себя как бы дальнейшую свою судьбу уже был определил. Поехал в театральное училище, но в тот год в драматическое отделение не было набора. И все те, кто мечтал стать драматическим артистом, оказались на кукольном отделении. Но когда я закончил училище, я понял, что, видимо, как бы судьба сыграла со мной очень счастливую как бы шутку. И я не пожалел о том, что именно судьба так сложилась и соединила меня с тем неведомым для меня абсолютно незнакомым театром, как театр кукол. Да где же мой песенок, а? Где мой единственный теворенок? Ты тут, я маленькая. Жив и здоров! Ой, ах ты мой, лисеночек, да я тебя прям сейчас напополам раздеру. Ну где ты шастал? Сынок, сынок, сынок! Да тут я. Да я хотел лес посмотреть, да заплутал. А человечий сын помог ветрозов болота забраться. Ну зачем тебе этот лес, а? Тут твоя родина, сынок! Ой, растет на болоте красивая трава, никто не узнает, где прячется ква-ква! Вот если можно несколько слов о работе режиссера, художника-постановщика, как вот этот тандем работает, как он складывается? Ну, складываться бывает он по-разному, и сложно, либо легко, но, наверное, всегда это должно быть какое-то, так сказать, радостное ощущение совместной работы и поисков каких-то совместных, как бы, решений, потому что, конечно, как бы, так сказать, режиссер дает задание, мы оговариваем то, что мы хотим делать, но что возникнет на сцене и в каком виде возникнет на сцене, зависит от таланта, конечно, художника-постановщика. Почему? Потому что он может говорить много красивых, очень умных, убедительных слов в качестве режиссера, но если художник тебя не слышит, не понимает и не имеет возможности воспроизвести слова в конкретное материальное выражение, то ни черта не получится. Почему? Потому что все же театр кукол – это театр видеоряда, изобразительный театр, и, конечно, роль художника-постановщика в нем просто колоссальна. Впервые, когда я увидел спектакли, которые вот в этом театре выпускаются, допустим, который стоял Бирюков и художник Никоненко. Вот. Как говорил Пушкин, когда я прочитал Шекспира, мне показалось, что я заглянул в бездну. Вот нечто подобное произошло и со мной. И поэтому штука эта чертовски заразительна.
И, ну, что дальше будет, я не знаю. А сам процесс создания кукол, в нем участвует только художник-постановщик или еще и режиссер что-то вот объясняет, какая она должна быть? Ну, скорее мы с режиссером просто договариваемся, кто это должен быть. Вот. А вот какая и как, это вопрос как раз изобразительного искусства. Как бы вошло в нашу практику совместной работы с Владимиром Ивановичем Бирюковым, то, что я присутствую практически на всех репетициях. И какие-то моменты, касаемые видеоряда, его развития, там, либо там, какого-то симультанного существования, они именно, так сказать, решаются с моей помощью. Иногда приходится настаивать. Хотя, оговорюсь, что Владимир Бирюков, я бы его назвал своим учителем. Учитель есть, кстати. Это вот Бирюков Владимир Иванович. За что ему благодарен. Хозяин, я им не верю. Ты же сам сотворил меня. Поставил здесь охранять поле. И я стал разделять твою участь и тревогу. Эту землю воробьи облетали, зайцам тоже не давал проказничать, и урожаи удавались пышные. Ты благодарил меня и называл хранитель. Я старался изо всех сил, день и ночь охраняя от всех цветущую жизнь земли. Ведь растение, как человек, живет сложно и нежно. Я полюбил тебя, но сейчас работа утомила меня. Я жду отдыха и любви. Я ночью вздыхаю в глубокой тоске, и снова желанием томим я. Хозяин, приди ко мне и забери с собою. Кукольный театр – это театр для детей. Но насколько это... я знаю, я, скажем, бывала на спектакле, взрослые воспринимают этот спектакль тоже по-своему и находят какой-то определенный свой для взрослого философский смысл, не то, что у детей. То есть, в принципе, ваш спектакль воспринимается в любом возрастном промежутке. Это закладывается? Да, это закладывается, и хотелось бы, чтобы было так. Почему? Потому что, ну, это общепринятое как бы мнение по поводу того, что театр кукол является театром для детей, но это не совсем так. Почему? Потому что просто те сюжеты, которые как бы берутся, и сама кукла, они более понятны и доступны ребенку. Но то, что касается построения самого спектакля, допустим, я ставлю, во-первых, я сам взрослый человек, и перейти в качество ребенка, либо, как бы сказать, сойти с ума необходимо, при этом сразу же попасть в психушку. И поэтому как бы я взрослый через ту или иную пьесу разговариваю с ребенком, оставаясь при этом взрослым. Поэтому меня тоже беспокоят проблемы той драматургии, того сюжета, который как бы присутствует в той или иной истории. И поэтому, конечно, возникает, как бы сказать, две параллели. То есть история для ребенка понятная ребенку, и история понятная, интересная мне. Потому что помимо задачи поставить для детей, успех того или иного спектакля, я определяю, интересно ли мне самому смотреть на то, что происходит на сцене. Если мне это интересно, значит, мне кажется, будет интересно и ребенку, и взрослому.
А часто в театр ходите? Да нет, ну не очень. Как вот учительница нам предоставила такую возможность, так и ходим. Мы тоже. Ясно. А хотели бы сюда прийти еще раз? Конечно. Очень. Тут интересно очень. А что больше всего понравилось в спектакле? Ну, лебеди. Всей деревне играли свадьбу. Летит сокол из улицы, слава голубушка из другой. Слава, слетались, целовались, слава, крыльями обнимались. Слава, хорошеник с невестою, слава. Ставить спектакли для детей, пожалуй, сложнее, чем для взрослых. Здесь нельзя соврать, дети это сразу заметят. Нельзя работать в полсилы, нельзя не верить в то, что происходит на сцене. А главное, надо любить свою работу. Любовь к своему делу – это, пожалуй, главное достоинство актеров театра «Кукол» и его режиссера Владимира Бирюкова. Поэтому и спектакли у них выходят добрые, с этим нельзя поспорить. И если вы, уважаемые зрители, еще не были в театре «Кукольный дом», а ваши дети вообще не знают, что такое театр, приведите их на спектакли Владимира Бирюкова. И, может быть, их и ваше представление о жизни немного изменится. В лучшую сторону. Thank you.